Первый международный экономический форум, который стартует в Ялте, планируют сделать ежегодным. Это связано с достаточно высоким спросом на такого рода мероприятия. Желание участвовать в нем уже изъявили около 400 представителей различных предприятий. Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, среди участников этого форума не только заявленные ранее представители малого и среднего бизнеса, но и работники крупных предприятий. Большое количество заявок и от иностранных инвесторов, несмотря на то, что специальной рассылки для них не делали. Участие в мероприятии также примут и представители высших органов власти. Для инвесторов облегченный порядок доступа будет, получается, к должностным лицам, которые отвечают за конкретные направления. В данном случае как раз такая площадка позволит обсудить не только на самих секциях, а и там, в кулуарах, и впоследствии на мероприятиях уже, так сказать, частного характера обсудить всю проблематику, которая касается сегодня ведения бизнеса на территории республики. Формат Международного экономического форума предусматривает разделение предприятий и инвесторов по группам в зависимости от отраслей и направлений деятельности. Всего их будет 8. Кроме того, планируется подписание соглашений между руководством Крыма и представителями Шанхайской организации сотрудничества для упрощения контактов с инвесторами стран-участниц организации. На этой площадке именно Крымской, как очень благодатной с точки зрения расположения и потенциала человеческого и интеллектуального, что здесь много новых решений будет предложено, которые потом и в Российской Федерации будут использоваться и для улучшения инвестиционного климата, ну и самое главное – привлечение дополнительных инвестиций